Опять же, вот я если играю, то играю в как раз в Сидж с ребятами. Играем, я много-то не играю, часочек там максимум э, навернуть и там все. В выходные там два часа сыграл вот в вот два часа в неделю. Там, но если нет какой-то работы, то вот поиграл ты в выходные замечательно и все. Fallout 4, Пирога, вот видите коллекционные издания? Покичусь своими коллекционными изданиями сейчас. Сейчас, сейчас. А вот бомба сайт. Это Ануар привез мне в подарок на Новый год, зная, что я фанат Fallout, там все части, кроме четвертого. Для четвертого коробочка специально что четвертый купил и поставил. Я четвертый купил в стиме, и я разочаровался. Мне не понравился. Я как-то вот просто еще до этого я разговаривал с своим художником как раз замечательным, с Женей и он рассказывал, как продал жену в Fallout этим, этим работорговцам. Вот этой истории, вот это Fallout, фола... он работорговцам ее продал. Что это замечательная история. Escape from Tarkov слышал. Я очень долго фанился по игре, которая называлась... господи, как я мог ее забыть? Insurgency. Она называлась Insur Insurgency. Я очень долго фанился, очень долго в нее играл. И если Escape from Tarkov будет такого же типа, я с удовольствием поиграю.